Всем привет, друзья! Многие из вас, у кого установлены вот такие картриджеобразные фильтры топливные, задавались вопросом, для чего на самом фильтре вот такие черные точки, нанесенные краской? Их может быть две, может быть одна. Так вот, это индикатор загрязненности топливного фильтра. Когда этой черной точки становится не видно, это говорит о том, что фильтр полностью загрязнен. Но обычно каждый человек, уважающий себя и свою машину, при вскрытии топливного фильтра будет производить сразу его замену. Но для некоторых специально сделана эта точка. То есть по внешнему виду топливного фильтра и по этой точке вы сможете определить, насколько качественную соляру вы использовали. По крайней мере, если вы заправляетесь на одной и той же заправке, и вы, вскрыв фильтр, всегда посмотрите и определите для себя, стоит ли дальше заправляться на этой заправке. Вот для чего эта черная точка. Надеюсь, что этот видеоролик для вас оказался полезен. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, всем пока.